Видео подготовлено специально для сайта fb.ru. Покупая огурцы, мы обычно просто складывали их в холодильник, однако через некоторое время начали замечать то, что полежав 3-4 дня, они начинают становиться вялыми. Мы нашли очень хороший вьетнамский метод, который помогает надолго сохранить их свежими. Вот этот достаточно простой и практичный способ, благодаря которому огурцы могут оставаться в холодильнике свежими на протяжении полугода. Летом огурец является очень ходовым овощем, так как он насыщает жидкостью в жаркий день. Можно съесть овощ как просто в сыром виде, так и приготовить готовить из него различные блюда. Можно приготовить жареные на огурцах креветки, запеченные с огурцом курицу, яичницу, болтунью с добавлением этого сочного овоща. С огурцами цвет блюд выглядит намного свежее и интереснее. Нужно взять два огурца, нарезать их кусочками и положить соус. Это просто незаменимая закуска в летнее время. Многие люди, и мы в том числе, покупают летом сразу много огурцов, чтобы сохранить их как можно дольше, так как этот овощ быстро исчезает с прилавков. После покупки овощей мы сразу же выкладываем их в в холодильник. Однако это в корне неправильное решение. Чтобы сохранить огурцы как можно дольше свежими, нужно использовать достаточно простой метод. Взять чистую стеклянную посудину и налить в нее немного воды. Затем в воду добавить соль и хорошо размешать ее до полного растворения. Погрузить огурец в посудину, на поверхности воды должны появиться небольшие пузырьки. Это достаточно действенный метод, который позволит сохранить овощи свежими, хрустящими на протяжении месяца. Положить приобретенные огурцы в воду, оставить на несколько минут, а затем промыть мыть их несколько раз, слишком сильно не вытирая, затем еще дважды промыть под проточной водой, разложить на полотенце и дать хорошо высохнуть, затем промокнуть оставшуюся влагу бумажным полотенцем, взять немного туалетной бумаги и обернуть ее огурцы. Туалетная бумага отличается хорошими водопоглощающими свойствами и может играть важную роль в теплоизоляции и охлаждении. После того, как огурец будет полностью обернут, нужно положить его в чистый полиэтиленовый пакет, выпустить воздух, плотно закрыть и поместить в прохладное и хорошо проветриваемое место. Можно завернуть не в пакет, а в полиэтиленовую пленку. Это позволит сохранить огурцы свежими и красивыми на протяжении 15 дней. Они останутся очень сочными, вкусными и хрустящими. А вы знали о таком способе хранения огурцов? И как это делаете вы? Пишите об этом в комментариях. Если понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Материал подготовлен для сайта fb.ru